должен ли депутат жить на один оклад? Нынче у нас в стране, но не стал компромат. Так что зарплату я трачу все до рубля, трачу все до рубля. Я на еду и надежду, деньги из кошелька на молочко и на яички тратит моя рука. Слишком уж много с непривычки, деньги из кошелька платят немного депутату. Я на одну живу зарплату, деньги из кошелька. Когда там аванс-то? 10-го, да? Вот говорят порой, бизнес ступай, закрой, модный сними костюм и брикет золотой. Будешь теперь у нас, ты очень средний класс. 200 000 рублей и на еду, и надежду. Деньги из кошелька на молочко и на яички тратит моя рука. Слишком уж много с непривычки, деньги из кошелька платят немного депутату. Я на одну живу зарплату, деньги из кошелька. Я на одну живу